Наш пресс-центр на неделе российского ритейла 2022 года. Рядом со мной Илья Бурмистров, сооснователь компании Linuf. Здравствуйте. Доброе утро. Давайте знакомиться с вашей компанией. Давайте, с удовольствием. Наша компания является разработчиком программного обеспечения, которое служит основой для запуска интернет-магазинов или нишевых маркетплейсов. Мой партнер Юлиана Гордон, достаточно известный эксперт в области e-commerce на рынке России, несколько лет назад приняла решение, что всю вот эту экспертизу, все свои знания необходимо интерпретировать в готовый продукт, потому что есть большая потребность на рынке дать качественное решение для того, чтобы быстро и с необходимым функционалом запустить интернет-магазин или нишевый маркетплейс. Сейчас это такая глобальная тенденция, мы называем ее маркетплатизация. Видно это не только во всем мире, но и на рынке России, что появляется большое количество новых игроков, которые специализируются на определенных товарных категориях. Они трансформируются в модель маркетплейса, потому что основной драйвер, как мы с вами знаем, продаж в e-com, это большой ассортимент. Ну и когда ты являешься производителем или даже продавцом, ритейлером, ограниченный ассортимент не дает тебе возможности конкурировать с крупными игроками. И единственный выход – трансформировать свою модель в marketplace, привлечь новых партнеров, новых поставщиков, разместить их на своей площадке. Но для этого, как я уже сказал, необходимо качественное решение, которое позволяет сделать это быстро. И наша платформа, она представляет из себя набор микросервисов, модулей, 15 модулей, которые входят в решение, и оптимизируют и позволяют оцифровать все необходимые бизнес-процессы. От управления контентом на веб-витрине до логистики платежных систем. Но есть еще и три очень уникальных, как мы их называем, killing features, то есть таких характеристик, таких качеств платформы, которых трудно найти сегодня на рынке в готовых решениях. Это модуль маркетинга, более 20 условий, позволяет маркетологам запустить практически любую кампанию очень быстро, в течение нескольких минут, настроив эти условия на представленный на платформе ассортимент. Очень крутая и продвинутая биллинговая система позволяет оптимизировать расчеты между собственником маркетплейса и партнерами, да, мерчантами, делать это по очень гибкой схеме. Ну и, соответственно, это один из инструментов, который позволяет вам монетизировать бизнес и не уходить в минус. И третий модуль нашей платформы, который мы считаем уникален на рынке, создавали его на основе анализа опыта крупных MLM-игроков. Это модуль реферальный, или мы называем его Influence Marketing Platform. Это модуль, который позволяет подключить к вашему маркетплейсу инфлюенсеров, блогеров, сделать их своими рефералами и привлечь дополнительную аудиторию. Расскажите, пожалуйста, это пока еще в теории на бумаге и будет работать, либо уже есть запущенный проект? Нет, это уже готовый проект. На базе нашей платформы реализовано два проекта. Один уже полностью функционирует и является нишевым маркетплейсом в сегменте B2P, Business to Professional. Это в сегменте beauty, то есть необходимое оборудование и различные средства для салонов красоты. И второй проект, он сейчас находится на стадии реализации, будет анонсирован и запущен непосредственно в эксплуатацию в сентябре этого года в сегменте «Товары для дома». Замечательно. Ну и, наверное, ваше пожелание на будущее, в наше непростое время. Я так понимаю, что ваш продукт может решить некоторые задачи всех игроков. Вы знаете, может быть, не всех игроков, но достаточно большого числа игроков. Как я уже сказал, тенденция появления новых маркетплейсов на рынке, она очевидна. Мы все с вами знаем имена крупных игроков, но, как я уже сказал, в ближайшее время, по оценкам специалистов Data Insight, на рынке России появится порядка 100 нишевых маркетплейсов. Наше решение позволяет сделать это в течение 4 месяцев. Ну и, конечно же, оно не только ориентировано на сегмент маркетплейсов. Платформа позволяет запускать и любой интернет-магазин. А запустить интернет-магазин с помощью платформы Linuf можно буквально за 1-1.5 месяца. Спасибо большое, Илья. Спасибо вам.